Всем привет, с вами Сергей Кузьмин. Я гуляю с своей собакой, этого коня. В общем, ее зовут Рафа, полное имя ее Рафаэла Рокси, и она любит играть, ей 2 года. Она родилась 2 мая. Я вообще не гуляю. Рафа, что ты там интересное нашла? В общем, мы гуляем с собакой. Рафа, знаете, когда вы захотите свою собаку, этот совет, можно сказать, вам не понравится. От школьника некоторые говорят. Ладно, пофигу. Раф, ну. В общем, надо ее дрессировать. Потому что если вы не будете дрессировать, она будет кусаться, да, Рафа? Там какие-то девчонки кричат. Там где-то девчонки кричат. На лавочке сидели. В общем, Раф, что ты там интересное нашла? Пошли. Ручки, девчонки. Давай, пошли. Идем. В общем, это мое лицо. Как я правильно камеру? Вот мое лицо. А, ну это не важно. Раф, чё? В общем, не знаю. Если собака нюхает, когда она лезется, не говорит там, фу, некоторые говорят. Это нормально. В общем, она небольшого у меня роста, но девочки всегда такие ростом. От мальчики выше. Это породный немецкий боксер. В общем, так-то так. Да, Раф, ты? Рафа. Ты чё, Рафа? Рафа! Я о чем говорил? Рафа! Ё-моё! Рафа! Если она так идет, делайте вот так вот. Дергайте. Но это неприятно. Вот так. Но учтите. Да ё-моё, Рафа! Короче, ну не с ним. Рафа, мы же знаем, зачем ты сюда пришла. И для чего. А не для этого. За этим гоняться. Вот. Вот он. Отойди. Я не могу приблизить. Ай! Идем, Рафа. Это сейчас удалится. Точнее, сейчас будет. Я это вырежу. Пошли. В общем, мы от этой птички отстали. Я уже не помню, как она называется. В общем, и любите животных.
Да уж. Не запомните, когда она, например, если вам на улицу лезет. О! В общем, у нас на улице лезет собака. Это не значит, что вот, кусать. Вот, особенно вот. Но на уличном. Почему домашних? Боитесь. Не надо бояться домашних собак, да, Рафа? То, что ой-ой, укусит. Да, не укусит. Вот эти люди меня очень бесят. В общем, Раф, как тебе понравилось? Ну, ладно, всем до... В общем, с вами был... С вами был Сергей... С вами был Кузнецов. С вами был Сергей Кузнецов. Всем пока.